Так, 20 марта 2021 год, Харьков, 22:45 по Киеву, в Харькове. И вот у нас какая луна в равноденствии весенняя. Ой, тучки не дают нам на тебя полюбоваться. Это дубль второй, дубль первый сделал ISO 800, это ISO 200. Светочувствительность. Темновато, конечно, еще и туча. Ох. Ну ничего. Сейчас я тут проторчал в полях. Ну, в полях. На стройплощадках Харькова. Вот, вот так, вот. Ну, хорошо. Разогнал чуть-чуть ветерок. Тучки. Да, это как раз ветерок нам камеру и трясет. Ох, не зря я тут проотмораживался. Ну, плюс один, конечно. Но проотмораживал. Так, сейчас, наверное, буду делать еще один дубль. 398 тысяч километров сейчас до Луны. Рядом с Луной сейчас Марс, но его я даже не пытаюсь разглядеть, потому как... Ну, только что была сплошная облачность совсем. А это нам матушка природа подарила лунные красоты. Ладно, как раз сейчас облачко нашло. Пока оно будет сходить, я перенастроюсь на еще более низкую чувствительность света. А ну сейчас я... Не, ну ты посмотри, в окуляре вообще прекрасно видно. Сейчас попробую резкость. Сейчас все изменяется, у нас все трясется, все изменяется. А ну сейчас попробую. А, это уменьшение у нас, да? Ух! Вообще кошмар. Это я повышаю светочувствительность. Вообще. Какая разница существенная. А ну сейчас. Слушайте, ребят, отлично видно. Даже несмотря на облака. Да, смотри, как затемнение можно сделать. Ох, вот у меня этот фотоаппарат, и до сих пор я не разберусь. Ламер. Хорошо. Второй дубль закончили. Сейчас еще сделаем переналадочку. А там, глядишь, может и Марс увидим.